Да, да. Грязь сюда Пушкина. Далеко отсюда идти? Да вот она. 500 лет. Я считаю, что ваша ценность, как моя ценность, я уже это ваша неприкосновенность, ваша жизнь. Да, там. Никто не может вас задержать, просто так. Никто не может вам запретить что-то, если это не противоречит чему-то там. Вот это ваша ценность. И эта ценность защищается Конституцией, в том числе. Да, я писал, а нет. Суд не принял мой, значит, не принял мой иск производства. При этом в определении не отрицалось нарушение ответчиками моих прав. Thank you.
Они почему хотят так? Да.
встал, я с подходы. Сказали, мы не подходим. Уважаемые граждане, убедительная просьба. Освободите площадь. Не мешайте проходу других граждан. Соблюдайте организованность и порядок. Вот послушайте, вот если бы я был бы на месте Путина, вот я, если у меня рейтинг, как нам говорят, что у него 80%, телевизор в руках, армия в руках, спецслужбы в руках, бюджет в руках, все у тебя в руках. Что же ты боишься? Да, наоборот, он должен... Уважаемые граждане, убедительная просьба, освободите площадь. Соблюдайте организованность и порядок. Проезжую часть.
Уважаемые граждане, убедительная просьба. Освободите площадь. В целях вашей безопасности не выходите на проезжую часть. Не мешайте проходу других граждан. Соблюдайте организацию. Ну что говорят-то? Они скоро освободятся уже. Да? А у тебя есть карты какие-нибудь? На посмотреть, чем. Обратно, чтобы дальше спать. Что-то никто уже не хотел. Я там с этими чуваками стоял. Писал, что кричать, короче. Уважаемые граждане, убедительная просьба. Освободите площадь. Не мешайте проходу других граждан. Соблюдайте организованность и порядок. Россия будет свободна! Россия будет свободна!